Республиканский эндокринологический диспансер вошел в состав госпиталя ветеранов войн и вот уже практически месяц принимает своих пациентов на новом месте. Мои коллеги посмотрели на преимущества такого объединения. Стационар на первом и поликлиника на третьем этаже. Эндокринологический диспансер теперь как отделение Большого госпиталя ветеранов войн. Переехали без потерь. Все врачи, оборудование и, конечно, пациенты. А я лежу здесь пятый день. Первый раз мы находимся в госпитале. Здесь мне очень нравится. Здесь просторные палаты, много воздуха, света. За окном лес, благоустроенная территория. Здесь организовано хорошее диетическое питание, своя кухня. Вот. Особенно удивляет, как всегда, чуткое отношение персонала, высокий профессионализм врачей и медсестер. Я очень доволен. Здесь созданы все условия для того, чтобы поправить здоровье и набраться сил. Ни один пациент во время переезда не пропустил свою запись на прием или диагностическое обследование. Число койко-мест тоже сохранилось. В стационаре эндокринологического отделения одновременно могут лечиться 34 пациента. А в поликлинике эндокринологи начали принимать даже в две смены 500 пациентов в сутки. Пациенты, которые приходят к нам, им тоже нравится. Ну, во-первых, он ближе добирается, а во-вторых, он просторный тоже площади. В принципе, проблем никто не жалуется. Для пациентов на самом деле условия лучше. В чем именно лучше? Например, практически все палаты двухместные. Как говорят пациенты, питание лучше намного. И у нас, у врачей, появились дополнительные возможности обследования. Мы можем при необходимости провести фиброгастроскопию, рентгеновские исследования, УЗИ сердца здесь же можно провести. Больше стало профильных специалистов. Невропатологи, хирурги, уролог, кардиолог принимают пациентов в этом же здании. В прежнем эндокринологам приходилось направлять людей на консультации в другие больницы. В госпитале есть и реанимационное отделение. Мы получили большую, достаточно компактную больницу с необходимым набором специалистов. В первую очередь это для больных эндокринного профиля. Больные эндокринного профиля являются пациентами, которые имеются с множественными осложнениями, это со стороны сердечно-сосудистой системы, нервной системы. Данные специалисты, все специалисты представлены в нашей клинике. Для каждого врача, который хочет развиваться, расширение службы и расширение возможности себя реализовать всегда является как-то положительной стороной нашей работы. В ближайшее время в госпитале ветеранов войн возобновится и прием детского эндокринолога. Сейчас здесь готовят кабинет для маленьких пациентов и получают документы. Татьяна Трофимова, Валерий Резюков, Республика.